В преддверии наступающего Нового года 26 декабря по инициативе городской администрации была организована акция по раздаче новогодних подарков детям, находящимся на стационарном лечении в Центральной городской больнице. Делегация в составе Деда Мороза и Снегурочки, представители муниципалитета в лице заместителя главы администрации Исмаила Дадаева, пресс-секретаря Нажиила Абдуллаева навестили детей с подарками. Администрация города поздравляет вас с наступающим Новым годом. Желает вам мира, счастья, добра. Главное – здоровье вам, вашим детям. Поздравляю вас. Поздравляю вас с новогодним подарком. Крепкого поздравления вам. Раздача новогодних подарков в канун наступающего Нового года для работников городской администрации стала традицией. Неожиданная встреча с героями новогодних сказок в стенах лечебного учреждения стала настоящим подарком. И, конечно, это событие принесло массу положительных эмоций. Дети с интересом и увлечением разглядывали новогодних персонажей, рассказывали им стишки и получали долгожданные сладкие подарки. Не сикает слово искр, огоньки на елку яйки. Все мои настройки быстро, все твои еще подойти. Белый кубок, мягкий падает снежок. Окна, огоньки сверкают, наступает Новый год. Даже елочку мы с мамой приоделись в ОНР. Утро зарится, осветляет каждый взгляд. Будем петь и веселиться в один дружный хоровод. Самый чудный и волшебный будет этот Новый год. Спасибо, что пришли, обрадовали наших детей. Было приятно, очень интересно, неожиданно. Спасибо руководству города за то, что так обрадовали наших детей. Благодарность от всего медицинского персонала и пациентов, находящихся на лечении, выразила исполняющая обязанности главного врача детской больницы Эмаджана Каева, подчеркнув, что это очень хорошая и позитивная акция, которая несет в себе много радости. С наступающим Новым годом! С уходящим прошедшим годом, чтобы в наступающем году в нашем отделении, вообще в нашей детской больнице, было поменьше больных детей, чтобы все они были здоровы в наступающем году. И благодарю администрацию за то внимание, которое оказали они нам в этот уходящий год. Дети были очень рады, Дедушки Морозы, Снегурочки. Они заходили в каждую палату, поздравляли мамаш, детей. Это было очень приятно и слышать нам. И дай Аллах, чтобы в последующие годы было всегда вот так же. Чтобы вот так мы отмечали Новый год. Чтобы все были здоровы и счастья всем. До конца предпраздничного периода городской мэрии запланировано посещение всех реабилитационных центров и других социальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. Стоит отметить, что более 50 детей, находящихся на стационарном лечении, получили пакеты с подарками. По словам организаторов, число посещаемых учреждений и количество подарков ежегодно увеличивается. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».